Кирилл Пуртов назначен на должность министра правительства Москвы. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. ТАСС сообщает, что Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность министра правительства Москвы и руководителя Департамента экономической политики и развития столицы. Соответствующий указ размещен на сайте мэра и правительства Москвы. Подчеркивается, что указом Пуртов освобождается от занимаемой им с 2018 года должности первого замглавы столичного департамента городского имущества. В сообщении также отмечается, что Пуртов сменил на этой должности Марию Багрееву, которая с 6 марта временно исполняла обязанности руководителя данного департамента. Напомним, что 5 марта правительство Российской Федерации утвердило штатную численность аппарата Кабинета министров и распределило обязанности между 12 заместителями его руководителя. Пока это все, еще больше новостей из жизни российской столицы не только доступно на сайте mymsk.online. Всего доброго!